Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Морис фон Швинт, музыкант и отшельник. 1846 год, картон, масло, 60x45. Немецкий мастер Морис фон Швинт прославился своими фресками для художественной галереи Карлсруэ и Вартбурге. Помимо работ монументальной живописи, большую популярность он приобрел благодаря своим рисункам для немецких газет, журналов и народных сказок. Швинт был дружен с музыкантами, например, с великим Францем Шубертом. Его творчество пронизано темой музыки. Полотно «Музыкант и отшельник» наглядно демонстрирует основные характеристики работы мастера. Это аллегорическая картина. Художник уподобляет монашеский постриг и удаление от мира трудной судьбе настоящего музыканта, для которого не слава, но истина дороже всего на свете. Отшельник и музыкант помещены в идеализированные декорации, скрытую дубраву в уединенной скале. Благородный колорит пейзажа и сдержанное достоинство героев явно имеют морально-нравственное звучание. Швинт словно призывает зрителя сравнить свою жизнь и помыслы с атмосферой, в которой живут персонажи его произведения. Вот такое описание я нашел в интернете к работе Морис фон Швинта «Музыкант и отшельник». Я пользовался изданием «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.